Запись идет. Всем привет. Новое видео. Распаковка, да? Распаковка важного атрибута художника под названием Мольберт. Мольберт. Мы сегодня с Ренуаром его приобрели. В каком магазине? Шабу. Шабу. 130 шекеля. Да. Он очень хорошо сделан, качественно. На видео показывали, да? Привет. Показывали на видео, да? На видео не показывали. Его слово. Не показывали. Нет. Ты для себя снимал видео. Он уже на YouTube стоит. А, короткое видео на YouTube. Да. Это почему? А, в магазине? Да. Ну, сейчас его надо просто как бы смонтировать, сделать. Потому что он в упакованном виде собран. Да, там нужно думать, как. А, еще есть. Пупырчатая бумага. Чтобы ее щелкать. Так. Дерево, сосна. Нет, это береза, скорее всего. Он твердое дерево. А, береза? Конечно. Он сосной вообще не пахнет. Это любое, либо береза, либо... А, значит, это российское. Либо европейское. Все, у нас есть это дальше. Был простой вариант. Очень простой. Сколько он? 70 шагов. По-моему, да. Просто открывается. Это из сосны сделано. Да-да-да. Это очень качественно. Так. Второй. Второй нужно здесь открутить. Аккуратно. Нет, ты вот эту посередине еще не открыл. Я сейчас сделаю. Дерево само по себе. А ты будешь его? Делай. Я куда его выбросил? А я будешь. Мусор куда я выбросил? Не будешь. А? Вон туда, где дверь. Нет, этот. А, у меня руки все. Так, это же. А, винтики еще. Ты говорил про винтики. Я вообще под большим вопросом. Будешь. Будешь ты делать. Я имею в виду... Ты говорил об этом? А я не говорил. Так. Так. Теперь
раскрути. В общем, какая-то железочка вставляется, или она уже есть? А, есть она. Это фиксируется. Да, фиксируется. Да. Это, по-моему, вниз идет. Это вниз, это вверх. Это вверх. Это на низ ставится. Это зажимки, я так понял. Там, внизу. Да, фиксирует. Ну что же, он это разрезает. Не, не пытается. Я не помню, где вот это ставится. Мне тоже вырезает. Что это, винтики или что? С барашками. Ага, винтики с барашками. Раз, два, три, четыре. Четыре винтика, четыре барашка. Правильно, вверх, вниз и вверх. Вот так. Это можно повыше сделать. Это потом, сначала фиксировать. Ты помнишь? Все очень просто. Так фиксируется. Да. И, наверное, все-таки с этой стороны. А, вот так. Очень качественно сделано, очень с большой любовью. Дерево красивое. Специально его не обрабатывать. Это уже вопрос, как кому нравится. В смысле не обрабатывают? В смысле оставляют. Как дерево есть, так и есть, без всякой отделки. А, Инар имеет в виду, что его лаком не покрывают. Да, да, да. Понятно. Так. Там барашки. Я думал, гораздо сложнее все будет. Он побежал в магазин видео снять. Ведь я потом это ошибусь что-нибудь. Да. Самолет собирать. Да? Ну, бывает иногда, да. Здесь сильно пока не надо закреплять. Почему? Ну, может, пока сильно. Закрепи. Так. Вот. И вверху где-то еще. И вот эта верхня. Это вот верхняя. Слушай, а вот это для чего верхняя? Это для картины. Это... А это для чего? Сейчас. Вот так, да. Нет. Мне кажется, кверх нога. А ее зажимают картину. А. Зажимают. Я понял. А, все. Поэтому... Ну, если картина высокая, ее, по-моему, снимают. Можно снять, да. По старинным чертежам сделано. Художники импрессионисты пользовались. Поэтому мы взяли. Типа французская? Да. Нет, есть, конечно, еще в магазинах очень много выбора. Ну там станковые. А станковые они гораздо. Они очень сложные, очень дорогие. Да. А это, ребят, доступно. Это... Ну, для демонстрации картин. Да. Самое то. Кому надо писать картину, пожалуйста. Она доступная по цене. Самое главное. И очень удобная. Зажать холст. Самое главное, что она есть. Да, у нас в Мидхаме продают. Можно как просто дизайнерское решение для интерьера. Украшения интерьера, да. Ну, пониже. Так? Вот так, да. Золотое сечение. Человечка. У нее каблучков этих нету, да?
Вот. Теперь можешь ее показать. С другой стороны, как она там цепочка есть. Нет, вот, знаешь, это как фиксируется. Вот. А. Она, просто у нее есть этот ход. Ход. Да, у нее ход есть наклоном. Да. Вот резина расслабляется. И там можно вот здесь пазырь. Поле вертикально да. сделать. Так. Или так. Да. Или совсем. Или совсем открыть. Да. Ну-ка открой на всю. Ну-ка. Ага. Здесь все закручено. Да. Сейчас проверим. Там пазики вот ты сбоку не показал. Сейчас я покажу, я здесь удостоверюсь, что все четко здесь, значит все четко. Покажи вид профиль. Покажи это пазик. Вот они пазы. Да. И с этой стороны. И это. Я считаю, да, что очень удобная штучка. Отличная. Классная. Просто. Единственное, вес какой-то, видимо, есть ограничение на него. Ну, я не знаю. Ну, я веду... 100 килограмм там, нет, я не знаю. Нет, это очень много. 20 килограмм. Это очень много. Вот. Ну, то есть... А так она вообще обалденно красивенькая, все. Здесь до конца. Ну, где-то ее рабочая поверхность, она вот с этим связана, да, рабочая поверхность, она примерно метр, сейчас скажу, сколько она примерно. Как-то мы не знали. Смотрите, какая она красивенькая. На ней можно все экспонировать. 1.20 м, это... Где-то до 1.25 м рабочей поверхности. Я думаю, что можно для всего приспособить. Рамку сделать какую-то дело. Да, 1.25 м. И фотографии сюда выставить. О, и даже рамку сделать, туда какие-то цветочки, корзиночки подвесить. Это уже как да. бы зелень будет. И даже сделать элементы посуды какие-то приспособить. Любая работа. Вот, вот тарелочки, вот разверни. Любая работа здесь может экспонировать. Допустим, также рамочку сделать, какие-то тарелочки красивые для дома сделать. Ну, класс. Для интерьера. Сегодня она уже здесь. Сегодня уже она здесь. Ну, тарелочки покажи, приложи. Кстати, тарелочек уже, кто хочет купить, их меньше, меньше. Их уже нет, остались маленькие. Ну вот, сделать какую-то рамочку, как-то их закрепить на крючочке, подвесить много. Вот, в общем, любую коллекцию, значки. Монеты, да. Что-то крупное, декоративное. Все, вот зажать как картину. Саму картину повесить. Сюда да. зажать в интерьере. Здесь много. Все что угодно, портретики. Да, даже как инструментики набор сделать, вашу коллекцию. Любую вашу коллекцию, да. Не в альбомах там каких-то хранить, а. Сделать на этом. Экспонацию, экспонировать так. Стендик. Стендик сделали и все. Пожалуйста, вешайте. Ну все. Бай-бай. Да, пока. Бай-бай.